Выбрать территорию для благоустройства, провести свет во двор или положить асфальт по желанию жителей помогают проекты инициативного бюджетирования. Второй межрегиональный форум «Активный житель» открылся в Нижнем Новгороде. По онлайн-связи более 900 участников из 44 городов России, а также Венгрии и Финляндии делились лучшими практиками и обсуждали механику работы. Об ошибках, которых нужно избегать, рассказали 23 эксперта. Примеры инициативного бюджетирования появились в России в 2006 году, в Нижегородской области в 2013. Со следующего года локальные проекты инициативного бюджетирования появятся и в самом Нижнем Новгороде.